На колбаску растут, на хлеб, на булочки, на торты растут. Картошка, яблоки. Вот яблоки очень подросла цена. Колбасные фрукты стали очень дорогие. Зимой, если яблоки были 70 чем-то, грушевка, то сейчас 150. Практически в два раза. На овощи в основном. На подсолнечное масло, по-моему, поднялись маленько. Хлеб берем один, да овощи, овощи подорожали. Молочное тоже, а фрукты вообще обалденные цены. Это временное сезонное явление, когда часть продуктов дорожает, часть дешевеет. Но я бы так сказал, мы живем в таком мире, что постоянно цены растут и очень редко, когда снижаются.